Всех приветствую, у нас на ремонте Ford Focus 2. Будем устанавливать автопроставки для увеличения клиренса. Вот такой вот комплект пришел. Этот наперед, назад под амортизаторы и под пружины. Также идут в комплекте болты. Крепость 10,9. Начнем сзаду. Открутил я уже амортизатор. Сверху два болта. И сейчас меняем на те болты, которые в комплекте. Просто сверху устанавливаем одну из проставок. И потом уже перейдем на пружины. Вот так вот это будет выглядеть. Здесь вот выборка специально идет. А здесь плотно прилегает к кузову автомобиля. Ну, вот так вот это выглядит. Единственное, что я добавил, родные болты у нас идут с шайбой. А те, которые в комплекте, без, наверное, по пару шайб подкинем. Тут плоскость прижатия алюминий, тем более, лучше, как лучше. О, сейчас как раз видно хорошо. Вот, родной, а эти без шайб идут. Под амортизаторы проставки мы установили. Шайбы пришли кстати. Тоже рекомендую их установить. Дальше. Теперь нам нужно установить проставки под задние пружины. Откручиваем стоечку стабилизатора. Лучше всего сверху. И убираем полностью. Если прокручивается, удерживаем Topex на 30. Гаечка тут ранее на 17. Откручиваем и выводим вниз. Убираем в сторону. Нужно будет еще открутить вот этот болт крепления рычага, послабить болт на схождение, чтобы рычаг у нас ушел вниз, и можно было под пружину установить проставку. Чем, собственно, и займемся сейчас. Так, ну поставил я проставки наверх, как раз сели они на резинку и по внутренней части в пружину. Тут уже железо. Да. Такая вот подставочка, чтобы установить все обратно, и вкрутил болт, тут грань на 15, выкручивается, все ставится. Сейчас со второй стороны то же самое, возвращаем стабилизатор и перейдем на передок. Были сомнения по поводу установки проставок, куда, вверх или вниз, но расселись тем вопросом, что в нижнем рычаге сделан специально под замок, под пружину, посадочное место, сверху круглое, поэтому все решилось само собой. Для установки передних проставок я открутил стойку стабилизатора и, надавливая на рычаг монтировкой, просто приспускаем стоечку вниз и засовываем под нее проставку. Все, болты так же само с набора берем. Здесь, соответственно, они у нас откручены. Шайбы тоже подобрал. Лучше пусть будут уже с шайбами. Болты крепкие. 10,9 написано. Вот и весь процесс. Сейчас соберу, опущу машину. До этого не снимал, но спереди мерили, было 15 сантиметров высота. Сейчас посмотрим, как другая будет. Проставки у нас идут 30 миллиметров. Так, ну собственно вот и все. Позатягивали болты. Жабой я не снимал. Немножко его приподнял вверх, он вставил опору такую и долез до всех болтов. И с этой стороны проставка у нас уже на месте. Со второй стороны сейчас меняем, опускаем машину и смотрим результат. После всех процедур нужно сделать сход-развал. Так, ну вот собственно и результат. Надо было, конечно, бы подснять до, но факт в том, что когда машина приехала, вот это вот расстояние не было вообще, колесо под подкрылок пряталось. Теперь сами видите. Сейчас возьмем рулеточку и померяем. А 15 сантиметров, то что я говорил, 150 миллиметров, мерили от бампера до низа, ну, то есть до земли, до пола. Сейчас посмотрим, сколько на данный момент. 23,5. Ого. А было 15 в том же месте. 15,5, да? Обалдеть. Видишь, мужики, да, получается машина от бампера до земли на 9
сантиметров или 90 миллиметров вышло вверх. Зад у нас тоже по-царски стал. Прям сильно. Возможно, придется и убирать со временем. Можно сюда даже 18-е ставить, ездить. Ну, в общем, вот такой вот результат.